Опытный керавник корыстается заслуженным авторитетом у коллег, умея ставить задачи. Коллективы управления следчего комитета по Витебской области сегодня представили нового керавника. Генерал-майор Павел Игнатов у следчем комитете с момента его створения. Дагэтуль працавал у прокуратуры, был следчем по особливо важных справах. Расследовал у тымлику справу маньяка, на рахунку якого 10 забойствов у Минском районе. Узнагороджены медалем за бездокорную службу. До апошняга часу Павел Игнатов узначальваў управленне следчага камітэта па Мінскай вобласці. Сёння ж кіраўніка следчага ведамства прадставіць старшыні віцебскага аблвыканкама. Затым ён плануе пазнаёміцца з калектывам управлення. Ніякіх радыкальных змен у бліжэйшы час Павел Игнатов не плануе. На Віцебшчыне, па яго словах, узята даволі высокая планка ў службовай дзейнасці. Все регионы нашай стране они примерно одинаковые. Тут живут такие же люди, как на Минщине, как на Могилевщине. Поэтому я в первую очередь хочу пожелать своему веренному мне в настоящее время коллективу профессиональных успехов, удач, достижений, раскрытия уголовных дел. Нагадаем, ротацию кадров у кіраўніцтве управления у следчага комитета президент Беларуси провел 31 кастрычника. Владимир Шалухин, який узначальваў Витебское областное управление, теперь зойме аналогичную посаду на Могилевщине. И он подяковал коллегам за суместную службу, справедливость и профессионализм.